Доброе утро, помощникам. А что ты делаешь, сынок? Вяжешь? Да. Ты молодец какой. На чупа-чупс зарабатываешь. Чупа-чупс, наверное, хотел, да? Ну, молодец. Сейчас 9:30, и дождь тут такой идет. В общем, погода, как и передавали, дождливая. Тучки, все затянуто. Так что дети все в комнате. Так, на обед у нас пюрешка готовится. В компьютере не надо ничего. Идем играть в игрушечки. Вас слишком много. Гляньте, что тут у нас происходит. Не надо в компьютер. Так, ну что, салатик я накрошила. Пусть теперь стоит, ждет, пока его ничем не заправляла. Пюрешка тоже готова. И в духовке я просто оставила в выключенной духовке куриные эти. Степа покупал курицу маринованную уже на Кавказе. Вот. Мы просто так рады, что сегодня свет не выключили, поэтому можно в духовке все приготовить. Вот, сейчас иду вязать. Дети пока в комнате играют, потому что на улице очень сыро. Нет, а, понял. У нас вездеход. А, вот, я же не заметил. Да, Тита? Ты в домике? Я вездеход. Там чудо-дик тоже можно. Мама, а ты в домике, да? Теперь Зою в домик прячь, чтобы ее никто не нашел. Я могу, кстати, твой вертолет подцепить. Все, теперь сейчас все пообедают. Ты мясо даешь? Потом, где Сережа приедет, будет сейчас спать. Сереж, да? Дай полотенце. Григорий убрался после всех гостей, да, сынок? Ой, боже, и сколько раз я убирался. Да, сейчас, может, теперь немножко в компьютер. Почитал? Зомби против растений. Да, а ты что, там почитал уже сегодня? Ну, я же читал. Про кого? Ну, собачьи истории. Тебе так... они уже понравились, да? Ну, да, уже. Да, а у нас дождь прям как из ведра вообще. И на ближайшие 2 часа по Яндекс.Картам прекращение не ожидается. А мы вяжем, да? Несмотря на погоду. Уже 300 рублей, Марина? Ну, килограмм же, да? Уже успела и поспать, да? Дождь как и шел, так и идет. Да, бабуля? Не прекращался или прекращался? Ну да, сейчас опять, в общем, дождь. Это сколько уже? 4 часа, да? А дождь не прекращается. Да? Уже накушался арбузика? Хорошо, иди доешь. Вкусный Григорий попался, да? Никто не берет, все тебя ждут. Да, уже и доели целый большущий такой арбуз был. Да, сына? А я боялась, что мы его не доедим, да? А еще и не хватит. Навязали мы петрушки. Сейчас уже будет дедушка с Афоней выезжать. Дождик вроде бы прекратился, но тучи вообще не уходят. Вообще. Да, Сержунец все-таки решил при дневном свете, да, Сэ? Ну, получилось, ты нашел там болтик? Вон там и должна быть эта трещотка. Да. Фофанька. А фото хату. Угу, да, камера тогда лопнула, да? Тормоза. Передняя. Вот эти вот. Видишь, что у вас тормоза, да? Ага, задние. А ну-ка, нажмите перед. Задние плохо. Слабо, да? Значит, еще натяну. А там тросик, да? А передний хорошо, джикс. Ага. И вылетел, да?
А вот эта камера, которая лопнула, да, где она взорвалась? Ну, а, и здесь ну, прям дырка, да? Так, тормозить? Не-не-не, пустите. Оп. Ты ж крути. Нажать? Ну-ка, нет. О. А ну, крутни, крепко. Так. Нет, колесосом. Да нет. Колесосом. Нет. Нет, хорошо нажал, да? Хорошо. Привет, будет мотаться. Отпусти, отпусти. Я понял теперь. Ты тормозишь, сынок? Ну, подкрылки могут быть. Болты есть, да, для подкрылок? Ну, да. Ну, в Декатлоне отдельно 300 рублей, да, подкрылок? Ну, там по размеру, наверное, что надо подбирать, по диаметру колеса. На асфальте сухом ничего, если по лужам так будет сильно все лететь. Ну, да, лететь будет. На спину. Дедушка. Все, ты выходишь, сынок? Лужу? Ну, в лужу надо сапоги. Чем бежать? В резиновых сапогах? Иди переобувайся. Сапоги. Пока, деда. Да, дедушка, хорошо. Пока, бабушка. Пока, и бабака. Сапоги обувать. Что ты делаешь, пока, сынок? Мама. Пока, сыночек, а ты куда? Работу. На работу ты? Она. Давайте сиденье подумаем. Сгибает. Гришка тут пробует. Сына, ты одел футболку, как я тебе сказала? Как-нибудь руками можешь? Может, руками как-нибудь, конечно. И зимой будешь руками, когда надо будет шубу одевать. Все, я так в школу и пойду. Вот здесь так легко поднимается. Это да, здесь не надо. Там и руль же будет. Испытание велика? Нет, руль повыше теперь. Зачем тебе руль повыше? Что, всех отправили? Сейчас можно заняться кухней. Для начала я сейчас разгружу посудомойку. Разделаю утку. Тоже на 3, наверное, блюда или на 2. Сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, на 2, потому что, в общем, не знаю. И что-то нужно приготовить на завтра, потому что мы завтра вяжем. И чтобы завтра не тратить на это время. Так что поехали! Я готовлю галушечки. Здесь у меня хребет утки. Лук, морковка, картошка. И сейчас галушки буду готовить. Ну, само яйца, муку, все смешивать. У нас как шел, так и идет, вообще не прекращается. Очень сильно за лужи, даже тут такие большие. Залюбуюсь этой фиалочкой. Ой, красотка какая. Ну что, вот такая вот заготовка для галушек готова. 2 яйца, 4, по-моему, столовые ложки. Муки, соль и немножечко водички. В общем, не знаю, все это на глаз. И такое вот тесто получается. Я теперь чайная ложечка его сюда вот сначала в кастрюле чайную ложечку ополаскиваю. И вот так вот по чуть-чуть сюда добавляю. И, в общем, такие галушки получаются. У кого как. Кто-то это называет суп с клёцками. У нас это называется с галушками. В общем, это все сейчас приготовится. И посмотрим, что будет дальше. Еще не придумала. Посмотрите, у нас персики вчера. У нас появился ящичек персиков. Мы его уже так активно подъели. Дети вообще сегодня их очень хорошо таскали. И они были побиты градом. Здесь даже на некоторых есть вот эти вот еще ничего. А на некоторых есть такие вот прям вмятинки, которые уже подзажили. Вот, например, видите? То есть она не гниет, но видно, что она побитая. Вот я отобрала хороших персиков. Сейчас их просто здесь оставлю. А те, которые уже были порченные, начали портиться. Сейчас я с них сварю компотик. Потому что не знаю, что с ними сделать. Может быть, было бы круче сделать варенье. Но их здесь не так много, поэтому не буду заморачиваться. Будет персиковый компот. Афонечка, а что у тебя на этом? Ты... Ты дул, что ли, суп? Да. Че, он горячий?
Да? Ты подул? Так, ну что, у нас уже 11:30, все уже спят, сижу, не всех уложил. Вот. Свет моргает у нас. Вот сейчас опять выключился, сразу включился, потому что на улице погода вообще ужасная. У меня опять пряничное настроение. Это я все подглядела в интернете. И вот такое вот оно, пряничное настроение. Это Лего. 9 лет. Завтра мы будем поздравлять Сашу. Не знаю, когда они там будут отмечать день рождения, но мы завтра будем поздравлять. В общем, это Лего шериф такой вот получился пряничный. И вот такие вот пряники делала, просто круглые. И оставшиеся белой глазурью залила. Вот здесь немножечко цветной пооставалось в пакетиках. Это я все выбрасываю, не храню ее вообще, потому что, мне кажется, не стоит этого делать. В общем, все, теперь это все подсохнет. Завтра будем поздравлять. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.